Всем привет, друзья! Давно не записывал видео, всех рад видеть на канале. Значит, переворотил я весь этот аквариум креветочный, который у меня был. Здесь роталу задний план выстриг всю. Мхи у меня пузырчаткой подзаросли, надо их чистить, вытаскивать, я их пока тогда сложил. Но сегодняшнее видео не об этом. Сегодня я буду рассказывать, как эффективно добиться переднего плана газончика из Элеохариса парвула. Вот. Я, помните, у меня здесь была глоссостигма, я ее убрал всю, потому что она растет, потом накладывается слой на слой, а нижние слои начинают выцветать, белеть, растворяться, и получается кажется такая помойка, короче, а сверху растение. Короче, не очень из глоссостигмы это все вышло. И так как из того, что у меня имелось лучшим, я на сегодня пока считаю Элеохарис парвула, поэтому он как бы вырастает в высоту, наверное, где-то сантиметров вот, ну, вот такой, но его можно в аккурат стричь под нужную высоту, и получается такой ровный, красивый газончик. И он никогда не пропадает, поэтому и с ним легче всего, я бы так сказал, абсолютно. Делать мы будем в рассадку следующим образом. Сейчас у меня там, покажу, как я разделю несколько маленьких кустиков специально. В грунт я сейчас уложу, значит, получается, сейчас найду, смотрите, вот эти гранулы от компании Prestige Aqua, я использую их для Элеохариса, ну и для подкормки удобрений фитофильтров и кустовых растений. Классная штука, значит, на каждые где-то сантиметров 5 на 5 я воткну по капсуле, здесь, везде, по одной штучке. И оставлю их в грунте, чтобы они со временем разложились и дали питание Элеохарису, чтобы он рос. И маленькими пучками я буду точечно повсюду высаживать Элеохарис. Потому что, когда мы его высаживаем, он начинает разрастаться вокруг своего пучка, увеличиваться в объеме. Больше, 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 больше. В итоге получается, что если мы высаживаем много маленьких мелких пучков, через короткий промежуток времени, там, ну, может, месяц, полтора, у кого-то, может быть, два пройдет, он закроет всю площадь полностью. Вот так, друзья. Ну, начнем. Вот у меня большой пучок Элеохариса. Сейчас я его буду делить и на тарелку выкладывать мелкими кусочками. А потом заложу капсулы и буду его высаживать. Я поделил его вот на такие маленькие кустики. Так, здесь я посчитал, мне понадобится 14 капсул. 14 штучек. Итак, берем капсулу. Я беру вот такой вот длинный медицинский пинцет и начинаю их укладывать внутрь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Так, ну-ка, 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 ты куда ты у нас собралась? Двенадцать. 13 и 14 у нас осталась одна. Так, тебя мы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13 надо было, а не 14. Ну ладно, запихнем ее ротали, пусть радуется. Ага, выскочила, да? Сейчас мы тебя поймаем. Да ты посмотри, какая.
противная. Иди сюда. Значит, затолкаем сюда. И вот здесь одна. Чему-то наружу полезла. Так, все. Упаковали. Начнем высаживать Элеохарису. Гласостигма поплыла. Остаточки. И вот получается в этом гадюшнике пока что еще, который еще весь после перевороченный, грязный, с ниточкой, которую я обработаю на коряге ненужным мусором. Вот так вот высадил первые зачатки Элеохариса. И посмотрим, что из этого разрастется через месяц, скажем. Посмотрим, что будет через месяц. Приживется и как пойдет в рост, и что из этого получится. Ну а пока вот это ужасный аквариум у меня самый, который имеется из всех, потому что здесь еще много работы. Через месяц я вам покажу, что я из него сделаю за это время. Ну а я всех рад был видеть. Подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока!